Обращаю ваше внимание на магниты, главные магниты, вот, красивые. Это вот сильно хороший сувенир после посещения мечети. Стоимость 19 дирхам. Также есть прикольные магнитики. 19 дирхам стоит. И дальше обращаю ваше внимание на тарелочки. Знаю, что многие их коллекционируют. Варианты тарелочек и цены. Этот сет стоит 41 дирхам. Красивый, мне нравится. 58, 59, 42, 40. Напишу вам цены внизу. Что все здесь есть. Тарелочки, магнитики, ручечки. Всякие прикольчики. Маленькие чашечки, стопочки. Все есть. Приезжайте, покупайте. Вот смотрите, еще продавец обратила наше внимание. Часы стоят, да? Цену все видим. Внизу смотрим, сколько это в долларах. Золото с камнями шейха Заида. Это золотая монета плюс часы. Часы показываются по руке, которая белая рука, которая двигается внизу. Вот такие супер-супер сувениры. Да, сертификаты. Очень прикольные здесь вещи есть, реально аутентичные, вы нигде больше здесь не купите. Возможно, камера, конечно, не передает всего. Кстати, мы покупаем книгу про кого? Про шейха Мактума. Про шейха Мухаммеда или Мактума, главного шейха в Дубае. Да, мы нашли книжку на русском языке, будем читать. В общем, здесь действительно классные сувениры. Ну, может быть, конечно, да. Дороже, но больше уже здесь. В общем, желаем вам посетить сию лавочку. После мечети шейха Заида мы заходим в сувенирный магазинчик. Очень классно нам разрешили снимать здесь контент, снимать здесь сцены. Есть открыточки, есть верблюдики. Для детей вы можете принести, кстати, самый классный сувенир – верблюдик. Есть также дубайские кружечки, чашечки. И, конечно же, Бурдж-Халифа. Символ Дубая. Не сказала бы, что символ Арабских Эмиратов, скорее всего, как раз мечеть шейха Заида, символ Арабских Эмиратов. Очень красивое украшение, очень красивое и популярное здесь. Девчонки местные также носят, думаю, это special steel, ну, специальная сталь или серебро. Думаю, это серебро с камешками, очень красиво. Это стоит сколько? 84 дирхама, но еще такие цены адекватные, я вам должна сказать. Ой, сколько же всего интересного. Все, девчонки, вы здесь застрянете надолго. Вот такой вот, мне бы такой браслетик понравился, я вам скажу. Очень-очень даже классно. Сколько такой стоит у нас? 63 дирхама. Озвучу цены в долларах внизу. Ну, вообще нужно все цены делить на 3, 6, 8. Получим доллары. Не буду озвучивать гривны, рубли. В наших странах так скачет сильно курс, что нет смысла. 65. То есть здесь цены 65 где-то. Это так красивая штучка. Нравятся мне такие браслетики. Много у меня их, но сейчас не ношу, потому что корона. 49 дирхам. Да будет померить. Хотя вот очки уже себе купила, хватит уже деньги тратить. Вот. Совсем, наверное, для мимишных девчонок, для маленьких. Для маленьких девочек такие красоты. Вот, привезете дочечке, думаю, она будет очень довольна. Слушайте, даже мне нравится, хотя обычно Наташка застрет в таких отделах. Вот кулончики есть. Вот этот симпатичный кулончик, почем он? Сейчас узнаем цену. 55 дирхам. 55 дирхам. А вот, знаем, кулончик глаз от глаза, очень популярный в Египте, в Турции сувенир. 53 дирхама. Ну вот, немножко озвучиваю вам цены. Вот, полюбуемся просто на варианты сережек, которые есть. На варианты кулончиков. Ой, красиво как. Вот этот вот, что мне нравится. И вот этот. Тут цена 104, да, этот 104, это, наверное, где-то 28 долларов, но сейчас я цену припишу. А вот этот, ну я не думаю, что это гранаты. Наверное, просто какая-то обычная каменюшка. 75. 75 дирхам. Красиво переливается. Вот такие цены. Любители кожаных браслетиков,
Тоже я люблю такие вещи. Вот здесь они есть. Слушайте, народ, здесь все есть. Очень магазин нравится. Есть часы, есть всякие вот такие. По-моему, самый ржачный сувенир – перевести песок. Перевести раскрашенный песок. Это прикольно. Есть также сувенирчики сладкие, потом приправы, добавки, свечи-вонючки, как я их называю, но есть действительно вкусные ароматы. Хотя мне вообще они не по душе. Брелочки, брелочки, что у нас по ценам брелочков? Ой, какая пяточка путешественника симпатичная, 27 дирхам. Угу. 27 дирхам по 27 все. О, бабочка и сова вообще бомба. Дальше магнитики. А вот интересно, почем магнитики. Магнитики классные, смотрите. Много вариантов, большой выбор. Но я не знаю, как вы понимаете, обычно в сувенирном магазине магнитики стоят 11 дирхам. Всегда стоят дороже. Можно в магазинах типа Карифора найти сет магнитов. Тоже будет стоить дирхам, наверное, 11-12. И там будет штучек 5, наверное. И, ну, нужно искать. Если, скажем так, денег мало, конечно, рекомендую поискать сувениры немножко дешевле, чтобы на всех друзей хватило. Ой, такое мимишечное такое. Это куколкам сет стоит 95 дирхам. Ну, нехило так. Это что такие яйца Сваровски? Вот верблюд, народ. Верблюд, смотрите, не знаю, думаешь, он продается, но я думаю, проблема будет, что его не пустят в багаж. Разве что вручную кладь, придется место для него покупать. Что у нас тут дальше? Вот по 12 дирхам брелочки. Мне это нравится тоже. Вот очень хороший в Дубае брелок такой солидный, солидный. Вот мимишечные совы есть. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. По 16. Вот магнитики уже такие с местным колоритом. Женщины, мужчины. Почем мужчинка? Мужчинка по 16. Мужчинка по 16. Вот мечи, такие мы видели в мечети, в Элейн Мьюзим Пэлас, в доме шейха Заида, по 11 дирхам. Обязательно посмотрите видео в Эляйне. Так, дальше верблюдов целая куча, верблюдов с всадниками. Цены нету, не знаю даже, прошу прощения, не могу вам цену показать. Дальше вот такие красивые, это сахарницы. Сюда можно еще положить обручальное колечко, кстати, любимые мужчины, задумайтесь. Прикиньте, прикол какой. Чашечки, 32 дирхама стоит. Чашечка почем у нас? Сейчас приподнимем, посмотрим, 55 дирхам. Угу. Ну, скажем так, дорогим друзьям, если у вас есть на это деньги, очень классные сувениры, вот такие сеты. У нас в Ильяне такие сеты в специальных магазинах продаются. Просто так не встретишь. Ой, набор какой красивый, ребята. Вообще класс. А почем? Так я не знаю, это 184. Это весь набор? 184, ну неплохо еще. Ну вот такие вот наборчики есть здесь. О, это что там, тарелочка по 399? Она что, из золота? Да, бурж аль араб. Может, это тут парусник 399? Да не-не-не, этого не может быть. Ой, колокольчики всякие. 41 дирхам стоит одна вот такая штучка. Не знаю, даже это на любителя, честно. Ой, как мне эти лампы нравятся, ребята, смотрите. Ну, ребята, я подразумеваю всех. Для меня ребята, это ребята, девчата. Ни в коем случае не обижайтесь. Так, показала золотые кубки. Почем кубочек такой? 35 дирхам. Ну, красивый, знаете, тюльпанчик напоминает. А вот эти лампочки, посмотрите. Теперь представьте их дома. А теперь еще представьте весь гемор, как вы будете их вести. Вести в ручной клади. Стремно, конечно, но ничего. Ах, цену вам не скажу. Не скажу вам цену. Даже не знаю, тут одна цепляется. Надо сет покупать. Нет, вижу какую-то надпись. Идем, 960 дирхам. Шо воно 960, весь сет или канделябр, на котором стоит, непонятно. А вот такие чайнички в сувениры, помню, я привозила. Действительно, можно здесь заваривать кофе.
чай. Вот они, показываю. Ага. Цена непонятна. Нету цены, жалко. Но я покупала что-то до 30 долларов. Вот Наташка уже меня вытанцовывает, ждет. Вот, значит, есть также платки. Ну, не Наташка меня не ждет, Наташка вот книги смотрит. Кстати, рекомендую, есть красивые книги по мечети шейха Заида. У меня у самой такая есть, стоит она 50 дирхам, и она того стоит. Она на 5 языках. Книга интересная, с хорошими красочными фотографиями, которые действительно передают. Они передают цвета, которые находятся в мечети. Если камеры, возможно, я вам не передала, то в книге они классные. О, перламутровые шкатулочки. Что-то у нас по ценам. Здесь цены не вешают. Наверное, стоит. Тут дорого. А, есть 41 дирхам. Ну, если очень хочется класть сюда свои колечки, бусики, то покатит. Верблюд 25 дирхам стоит. 25, 16, 25, 37. Вон те верблюдики стоят. Верблюд символ, один из символов Эмиратов. Поэтому как сувенир будет классно, и детям классно привезти мягкого верблюжонка. Детям это вообще заходит, детям это нравится. Лошадки. А вот, кстати, верблюды уже, наверное, подороже. С наездниками, с наездницами. Мне вот такой бы понравился. Вот такой вот разноцветный. Вот тяжелый он, ребята, у вас перевес в аэропорту будет. Очень тяжелый. А этот тяжелый. Стоимость. Сколько, не пойму, ли 100 или 10? 110. 110 такой верблюд. Чуть не уронила его. Слава богу, что не уронила. Вот дальше ковшики такие. Это же Аладдин. Это же ваза Аладдина у нас. Ребята, надо потереть его. 32 дирхама. Так, коронавирус, заканчивайся. Все, все, должен уйти. Вот немножко показала я вам сувенирный магазин с ценами. Надеюсь, заслуживает вашего лайка. Приезжайте, летайте, путешествуйте. Коронавирус скоро уйдет, Аладдин нам обещал. Все будет хорошо. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. Всего вам доброго.